Есть такие странные мнения, особенно часто они звучат в западной прессе, что Россия сама это сделала. Хотелось бы услышать и ваше мнение по этому поводу. Ну, здесь России как раз невыгодно, в общем-то, было взрывать собственные газопроводы. Во-первых, это, в принципе, довольно абсурдно, то есть уничтожать собственную инфраструктуру. Мы вложили в нее больше 20 миллиардов долларов, и тут вдруг ее уничтожать. Плюс к тому, если мы хотим, чтобы этот газопровод не работал, то тогда мы просто остановим прокачку. В общем-то, что и было, то есть газопровод не работали. Зачем России уничтожать неработающие газопроводы? Все лето европейцы, например, нам говорили, что вот вы в России намеренно сокращаете объем прокачки по Северному потоку 1, вы там выдумали эту историю с турбинами, и вы используете Северный поток в качестве инструмента давления на Европу, вы нас шантажируете. Так зачем же, если вы считаете, что мы там шантажируем Европу, зачем России уничтожать собственный инструмент давления в этом случае?